Всем привет! Хочу сегодня сделать походную печь. Еще ее называют ракетная. Плюс этих печек, то что их не обязательно для них покупать новый целый металл. Достаточно их сделать из обрезков всяких ненужных труб. Мы сейчас посмотрим, у меня здесь много обрезков. Вот я набрал всяких отходов. Железок. Сейчас будем пробовать куски металла. Это вот на ножки пойдет. Кусочки я где-то нашел, примерно 320-340. Ну это вообще 250. Буду делать печку поменьше, чтобы она была аккуратной, мобильной. Всегда можно было ее положить в багажник. Так, чтобы не глушить вот это отверстие, я вот эти две заготовки буду отрезать под 45 градусов. Дувал у нас готово.